Ну, поподробнее расскажите про спектакль, потому что я... Это пьеса Марбера. Он получил когда-то за нее Букера. Пьеса прекрасная, по ней же снят фильм с одноименным названием. Фильм снят история... где, кем и когда? Английский кино. Фильм, там Джуд Лоу, Джулия Робертс, Натали Портман и Клайв Оуэн в главных ролях. Замечательно у них работа. То есть там такой квартет, две девочки, два мальчика, две девочки, два мальчика, их отношения так или иначе все время... так или иначе все время переплетаются. И она довольно трудная пьеса, особенно потому, что для русского уха они очень много говорят о сексе, о том, о сём, называют вещи своими именами, а мы не очень умеем про это разговаривать. Не умеем мы? Нет, не умеем. Конечно, у нас нету, в школах не преподавали. Не, мы умеем на кухнях разговаривать об этом. И то, и за столом, разве умеем? Но... Вот так вот поговорить с женой или с возлюбленной о том, что у вас что-то неправильное там не складывается в койке, или поговорить с другом, не в смысле посплетничать, у кого с кем роман, там, а именно поговорить. Технологические моменты там обсуждать. И технологические моменты, но и то, и самое удивительное, что при всем при этом в этой пьесе это не главное, хотя там этого очень много, но это создает определенный какой-то фон, на котором проступают взаимоотношения, ну, другие. То есть как бы на разговорах о сексе вдруг проступают какие-то вот высшие темы, которые, вот, казалось бы, здесь не должны присутствовать. Какие высшие темы? Ну, вот, любовь, смысл жизни. Любовь, да. Возможно. Жизнь в сексе, да, получается, там нет, если в основе фундамент. Без этого довольно трудно обойтись, я думаю, так. Нет, пьеса совершенно замечательная, действительно замечательная. И она главным образом про любовь и про то, как, идя на определенные компромиссы от трусости, инфантильности и так далее, мы себе, мы можем пропустить эту... данную нам, может быть, единожды возможность, и дальше уже как ни стараешься ее вернуть, уже ее, наверное, не вернуть. Вот. И еще очень трудная пьеса, потому что, ну, так или иначе, все в своей жизни, в той или иной... Это набор сцен. Так. Люди изменяют друг друга, не изменяют, просят прощения. Но это, я перебью, сцены такие скетчи, они... Нет, это единая история. Это хорошая драматургия. Это хорошая драматургия, это единая история, но при этом, да, она состоит вот из таких вырванных из контекста сцен. То есть ты можешь только домыслить, что было там эти месяц или два, или год между этими сценами. То есть, грубо говоря, берутся такие уже апогейные в взаимоотношениях сцены, вот. То есть и ты по ним понимаешь... Реперные точки. Ну да, ну вот так, я просто не силен в этой технологии. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».